Всем привет! Сегодня я вам расскажу интересный факт о Египте. Температура воздуха редко бывает ниже 15 градусов. 10 градусов для египтян – лютый мороз, и люди стараются не выходить из дома. Если температура упадет ниже отметки 10 градусов, египетские дети освобождаются от школы из-за слишком большого риска заболеть. 95% территории Египта – это пустыня. Египет – основатель косметики, стекла и цемента. Древние египтяне никогда не праздновали свои дни рождения, да и вряд ли они помнили, сколько им и их родственникам лет. До сих пор такой праздник, как день рождения, отмечают лишь в некоторых семьях. Суэцкий канал на сегодняшний день является самым большим в мире каналом. Египтяне стали первыми, кто разделил год на 365 дней, а сутки поделили на 24 часа. Первым, кто начал использовать голубей как средство связи путем отправки писем, были египтяне. Крыши почти на всех домах там отсутствуют. Всему виной то, что пока дом не имеет крыши, он считается незавершенным, и следовательно жители не должны оплачивать налог на недвижимость. Кошка для египтян являлась богиней радости и плодородия, хранительницей домашнего очага и урожая. Ее скульптурные и живописные изображения использовались для защиты дома от злых духов. Когда кошка умирала, ее хозяин в знак глубокого траура сбривал брови. Подписываемся на наш канал, чтобы не пропустить новые видео, ставим лайки, а также вступаем в нашу группу ВК, ссылка в описании.